Везде получишь. По хребту и по затылку, и везде ты получишь. Кулак большой или маленький? Лучше в лоб получить, чем в челюсть. Вся задача уклона такая, да, бить навстречу. Потому что я понимаю, что ты здесь, я вижу все твои движения. Мне зачем твои глаза в ближнем бою? Вот ты и подошел ко мне. А теперь встань, как я тебя учил. Поднимайся. Убирай ухо. Вот и все. Хорошо. И то бедро не закрутил. Приветствую всех на канале Blood & Sweat. Сегодня мы с Александром Степновым, и тема нашего видео – это уклоны. Александр, так, для чего же нам нужны уклоны? Человек так устроен, глаз человеческий, то есть мы реагируем вот именно в движении. Не на руку смотрим, а на движение. Если я пошел со смещением, удар пройдет мимо меня. Теперь выбираем, значит, дистанцию, удобную для себя. То есть уклон – это вход на удобную дистанцию. И уже оттуда отталкиваюсь. То есть как мне ее подобрать? Это вытянутая рука у меня? Если далеко ставим, значит, удобнее бить, начинать с дальних ударов. То есть прямой. Ну, допустим, уклон вправо, это будет прямой удар. Отсюда удобно. Так, их тоже два варианта. Значит, вот уклон вправо можно... Кому-то удобно скачки, кому-то удобно шаги. Вот если мы делаем движение на скачке, значит, я подхожу ровно настолько, где я смогу достать. Как это делается? Прыжок. Ориентируемся по ногам. То есть наши ноги в бою – это линия атаки. То есть вот, ну вот линия, воображаемая линия, по которой мы атакуем, она проходит между ног. Мы стоим и не наступаем на эту линию. Ну, вот у нас есть линия стыка. Ну, примерно, да, если мы станем на шов, то вот по этой линии, воображаемой, мы в бою двигаемся. Наши ноги в бою будут вот так. Или носок на носок будут смотреть, или напротив, или внутри. Теперь, ну, допустим, у тебя рост высокий, да, ну, нет смысла подходить ногами вот так ко мне близко, когда можно подойти чуть на дистанцию своего удара. Значит, какой нужен шаг? Ориентир – это половина стопы. Половина стопы своей, да. У меня нет задачи просто уклониться, у меня есть задача подойти и ударить. А как я ударю, если я просто уклонился вот здесь плечом? Мне же надо руку убрать. Вот этим раскрываю. То есть твоя рука пойдет вниз в момент моего уклона. Я подхожу и облокачиваюсь на нее, убираю ее вниз. И в этот момент бью одновременно. То есть вот с наклоном я уже бью. Убираю руку противника, раскрываю его. Кулак большой или маленький? Маленький. И у большого человека он не будет как перчатка вот такой огромный. Ну, может, у Валуева. Поэтому здесь идет движение, вот пойми вот это. Видишь, я делаю движение раз, а теперь это же движение, но глаза будут смотреть на тебя. Я делаю рядом с моей рукой. Вот попробуй, рядом прям с рукой. Так, чтобы рука по тебе скользила. Даже так? Вот да, вот прям минимум вот это. Смотри, голова вот так, она как бы, ну, как блин, да? Удар прилипнет. А вот так, достаточно вот такого маленького движения, вот просто стой. То есть она не плечи? Чуть-чуть. Она соскользнет. Вот при таком движении она должна по тебе протереться. Вот так. Не отворачивай лицо. Если ты отвернешь лицо, висок попадет. Вот именно, смотри. Так что ли просто или как? Нет. Во, всем телом. Бум. Посмотри. Посмотри на свои ноги. Теперь только глаза подними. Только глаза. Вот на лбу самая толстая кость. И лучше в лоб получить, чем в челюсть. Вот уже смотрит из-под лоби. И идет движение. И раз. Идет шаг вперед. И раз. Поднимаешься на левую ногу. Поднимайся. И ухом облокачиваясь на руку. Продолжай движение вперед. Как бы ты будешь двигаться по моей руке. Нет. Нога это лучше. Опять. Смотри. И вес переношу. И переноси вес тела. Вот. А вот здесь у тебя будет рука, еще раз это делай движение, медленно, сядь. И вот когда поднимаешься, рука соскальзывает с твоей щеки уже в голову. Раз. Это одно движение. И удар. И бьешь. Понял? Уклон должен совпасть с моментом твоего, ну, движения. Ты бьешь, и я бью одновременно. Ты атакуешь, и я бью тебе навстречу. Если я ударил после того, как ты, вот смотри, я пробил, да, и пошел назад, и ты бьешь мне в защиту. А если я бью... И ты попадаешь, пока я бью, ты попадаешь мне навстречу. Вся задача уклона вот такая, да, бить навстречу, в одно движение, делай шаг. И поднимайся, раз, смотри. Вот сосредоточься на движении не вниз, а вверх. Вот на этом. Сделай просто вот так, бум, оттолкнись, как будто подпрыгиваешь. Бум. И теперь вот так, раз, голова пойдет сюда. И та. Опусти эту руку. Подними, вот так плечом закрой, лоб, опусти подбородок. И сделай то же самое. И так. Теперь посмотри, куда ты шагнул.
Помнишь, я тебе говорил, шаг идет вперед. Шаг. А я сюда наружу. А ты идешь в бок. Хоп, он, и опять пошел в бок. А почему так получается? Потому что так привык. Да. И да. Я все равно реагирую на твое движение. Вот где ты сейчас, я туда реагирую. То есть ты здесь, я сюда буду бить. Останешься здесь, я попаду. Сместишься с движением вперед, я промахнусь. Ну, в бою по-любому. И да, теперь смотри, где я лапу держу и где ты бьешь. Понимаешь, насколько ты подошел ближе? Вот это, рассчитай дистанцию. Вот это голова человека, а не моя. И ты бьешь за мной вот настолько. Рассчитай. Но как этому привыкнуть ко всему? Потому что вот мы начинаем. Вот, вот я тебе все рассказываю, ты к этому и привыкай уже сразу. Для этого я тебе и рассказываю. Делай шаг. И да, смотри, да, это... То есть закрыться одними руками, вот так голову кладут на бок, получается, да, да, и вот пытаются закрыться. Но одними руками без плеч невозможно закрыть. Вот поверни руку вовнутрь, и сразу голове становится удобно, вот как я говорю. Сразу голове удобно, правильно? Да. Потому что если опусти руки и выпрямись. Ты стоишь, выпрямись просто, вот ты стоишь ровно, вот как я тебе и показал. А до этого получалось голова наружу вот так, это ну против вообще нашей физиологии. Бить и наклонить в шейном отделе, там искривление будет полное. Попробуй такое вращение поделать. И вот когда ты крутишься, оставь голову, крутись. Крути только тело. Голова остается на месте. Вот так и будет. Вот отсюда и идут удары. Вот отсюда идут удары, когда ты, это ось, и через, вот ты на оси вращаешься и бьешь. Вращение вот на оси получается. А искривление головы как раз вот тут, ось искривляется. Вот здесь она будет, вот так. Во, хорошо. И то бедро не докрутил. Куда его докрутил? Вот надо, бедро должно крутиться. Вот что крутится. Когда крутишь бедро, крутится все тело. Вращается все. Крутишь вверх, остается низ. Позвоночник стирается. Вращаешь бедро, позвоночник остается спокоен, но вкрутка идет полная. То есть работает все. Ну давай еще вот с прыжка. Значит, ты цепляешь. Тебе надо зацепить кулак. Чтобы убрать мою руку, надо зацепить кулак. И продолжаешь движение вперед туда. Вот твое движение. Ну давай еще попробуем. Значит, на лапах. И. Ну вот смотри, если глухой, то вот они подведут. Вот раз, отсюда ты подсел и встал, обокатился туда. И так. Нет, вот идешь. И отсюда идет туда. Сел, встал. Встал. И встал, да. Все, шаг назад, делай все. И удар сюда бью больше. Ну, он по прямой пойдет, ну как бы представляешь, что ты бьешь. Можно бить вот так, то есть челюсть через человека чуть-чуть. Да. Оп. Угу. Вот еще, чтобы было понятно, мы стоим когда напротив, я встану не голова к голове, а встану напротив твоего плеча. Вот этого достаточно движения. То есть твоя голова будет напротив моего плеча. Не сюда, а движение вперед, глаза смотрят на человека. Ну то есть у нас как говорят, что вот носы приварены друг к другу, по прямой, то есть никуда не отворачиваем. Взяли, встали. Да. Вот будет голова напротив моего плеча, а глаза смотрят на меня. Ты через меня вот так и будешь бить, не перекручивай. Теперь второй вариант. Второй вариант – это вот разножка. Это просто вот препятствие. Смотри, руку вытяни. Это препятствие. Я его просто обхожу. Но дальше опять убираю руку твою. То есть ты обходишь мою руку, шаг делаешь правой ногой. Не приседай. Зачем приседать, когда ты его обходишь? Да не надо приседать, просто обойди вот так ногой. И не делай такой шаг прям буквально, а просто смотри, ногу подтягиваешь на носок и сразу возвращаешься. Вот линия атаки, помнишь, мы говорили про линию атаки? Угу. Я ушел с линии атаки, вернулся на линию атаки. Ушел шагом с линии атаки. И теперь возвращаешься, убираешь, облокачиваешься на мою руку, чтобы она ушла вниз. И да, просто ногами, без приседания. Бум. Не обязательно приседать, когда ты обходишь, уже приседать не обязательно. Вот линия атаки, видишь? Угу. Я ушел с линии атаки и пришел обратно на нее. То есть мне. И раз. И опять не стою напротив тебя. Оп. Да. И задача опять попасть, пока я двигаюсь на тебя. Да, видишь, как опять далеко бьешь. О! Я уж отклоняюсь все равно. Мельче шаг вот этот. Тух! Вытолкни сразу. И так. Вот лучше. А голова напротив плеча. И не вот так обойдешь меня. А ты знаешь упражнение, носочек вот это? Да. А знаешь, для чего оно? Вот для усиления ударов, это вот, вот смена плеч. То есть мы когда бьем, ну это же не просто так упражнение придумали. Это меняются плечи в момент удара. Вот, когда ты бьешь, плечи перекрываются. Именно так мы и бьем удар. Во.
То есть правый прямой, мы бьем вот так. Плечо левое вниз, а правый поднимается вверх. Стой. Везде получишь. По хребту и по затылку, и везде ты получишь. Ты зачем вот так спиной ко мне повернулся? У тебя щит, это плечо. Во. Вот. Поставь вот просто. Вот так руку опусти. И защитись плечом, рукой. Можешь защититься? А теперь сядь на ногах. Не надо крутиться, просто вниз сядь. Оп. А теперь сядь вот с движением вперед левой ногой. Вот ты и подошел ко мне. А теперь встань, как я тебя учил. Поднимайся. Убирай ухо. Вот и все. То есть всегда используй плечи. Лучшая защита – это плечи. Не руки, а плечи. И когда вот вы видите боксера опущенными руками боксирует, у него плечи всегда на месте. Он делает за счет плеча. Вот я щит поставил, потом подсел. Вот я также ничем я не рискую. У меня плечо на месте и рука. И дальше убираю твою руку. А вот руки все-таки, как они где находятся во время уклона? Можно в глухой защите, можно плечом использовать. Но оно получается, вот, ну, когда я делаю в глухой защите, кажется, что нужно больше делать, потому что нет, тут... Нет, смотри. Просто ударь. Смотри. Вот я, видишь, как бы подбиваю твою руку. Ну вот смотри, можно сделать вот такой подбив. Если мне, допустим, надо тебя ударить снизу, то я уже не буду садиться, я могу подбить твою руку. Но это и не уклон. Ударить. Ну как уклон, а вот то, что... Подсаживаются, придерживаются. Опусти, попробуй локоть. Видишь, я твою руку придерживаю, чтобы ты не мог опустить. Да. Ну, это доля секунды все делать. Придерживает, подбивает руку, как бы придерживает. И отсюда также можно или облокотиться, или придержать, ударить. Угу. Разные способы. Ну, если прямой удар, то мне не надо уже держать. У меня задача тебе убрать руку. Если удар снизу, я твою руку придержу, чтобы ты ее вниз не опустил. И придержу не в этом месте, а вот под локоть. Чтобы ты мне... Не мог, долю секунды, дум, опустить ее туда. Если не уверен в своих защитах, не уверен в своей реакции, то руки держи на месте всегда, вот я тебе точно говорю. Чем ты ближе к человеку, смотри, здесь я могу работать стойки, но чем я ближе к тебе, тем будут мои плечи фронтальные, и руки будут на месте. Потому что, смотри, с двух сторон я закрыл. Вот в этой стойке всегда здесь открыт, всегда. Ничего тебя не спасет. Вот в ближнем бою вот такой стойки не боксируют. В ближнем бою боксируют вот такой стойки, фронтально. Когда плечи закрывают с двух сторон челюсть. Если дальняя дистанция, потому что... А дальняя как удобно. Дальняя, ну, вот а уже... руки куда мне их девать, когда я уклоняюсь? Вот к себе они пойдут. То есть вот отсюда пошел, руки пришли к себе уже, в глухой. И отсюда ты уже работаешь, потому что ты срываешь дальний... дистанцию. Ты подходишь на дистанцию полусреднюю, ну, где бежишь. Давайте попробуем просто, вы скажете, что как, куда мне их... Какой? Дальнюю? Уклон, да, с дальней. Вот. Вот уже руку не опускай тогда, к голове она поджимается. Вот ты стоишь, смотри, раз, подсел глухую, хоп, там, и ушел назад в защите. Глухой, хоп, глухой, раз. Так ты не защитишься. Вот глухой. Вот плечи. И вытягиваешь. Руки куда их ставить? На пальцы на себя, к бровям. Угу. Смотри, вот как ты защищаешься глухой защитой? Ну, вот так, наверное. Вот используйте среднюю часть, вот эту. Часть использует, потому что вот эта часть бьет голову. Иногда вот так руки держат, вот так у подбородка. А вот это своей же перчаткой наедитесь. Ставишь бровям и выгибаешь кисти на себя чуть-чуть. Угу. Ну вот закручиваем. Да. С двух сторон защищает плечи, уже с двух сторон ничего. То есть плечи вытягивают вперед. И руки так ставят, чтобы не прилетело ни между рук, ни сбоку. Напрягайся прям, напряжение. Вот теперь, когда я бью, шаг назад сделаю. Шаг назад. Только ногой прямо оттянись, ногой. Нет, не отклонись, а ногой выйди так. Отклон. Вот это растягивает удар. То есть, как бы тебя не били, ты его растягиваешь, и он уже гасится, как бы, удар противника. Да, только тут ничего не видно теперь. А зачем? Что видно? Что должно быть видно? Ты даже когда видишь мои ноги, ты видишь, что я здесь, рядом. В ближнем бою в основном на ноги смотрят или в живот. Потому что я понимаю, что ты здесь, я вижу все твои движения. Мне зачем твои глаза в ближнем бою? Если я голову в ближнем бою вот так подниму, я защиту потеряю сразу. Александр, большое спасибо. Много полезной информации. Еще больше видео с Александром здесь, по ссылке плейлист. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик. Всем доброго здоровья!